Первое в этом году заседание комиссии по делам несовершеннолетних строилось на подведении итогов и обсуждении планов на будущее. В целом, прошлый год был ознаменован положительной динамикой. Уменьшилось количество детей, которых мы изымаем из семьи ежегодно. Уменьшилось количество родителей, которым мы лишаем родительских прав. Количество неблагополучных семей, к сожалению, сокращается, практически не сокращается. Есть в работе комиссии и слабые стороны. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних не дала значимых результатов. Уровень преступности вырос, а их раскрываемость понизилась. Осложнение произошло по числу краж в 2,5 раза, в том числе краж транспорта, квартирных краж. Тяжких преступлений против личности, в том числе убийств, рос на 50%. Преступлений, совершенных в общественных местах. Недостаточно хорошо сработали мы по выявлению преступлений, предусмотренных статьей 156 Уголовного кодекса. Это наша пресловутая, всеми любимая статья «Жестокое обращение с детьми». Здесь мы допустили снижение как числа зарегистрированных, так и числа расследованных преступлений. По итогам прошлого года комиссия приняла решение сместить акценты, начать более активную работу с общественностью и повысить уровень собственной открытости. Мы предлагаем комиссии по делам несовершеннолетних включить, не на все вопросы, а, конечно, те вопросы, которые мы посчитаем необходимым, пригласить общественность. В частности, у нас есть 18 общественных ассоциаций различных, та же ассоциация классных руководителей, по-моему, с удовольствием будет совместно с нами работать, и другие институты общественности. И, может быть, имеет смысл создать такие общественные приемные или просто приемные комиссии по делам несовершеннолетних, как раз для того, чтобы разъяснять ряд вопросов, консультировать. Комиссия также начнет работу над собственным сайтом, на котором будет отображаться вся информация по ее деятельности. Еще одно концептуальное предложение внес региональный департамент соцзащиты. Мы сегодня хотели бы предложить такое концептуальное изменение или подходов по работе с семьей. Я веду речь о формировании и работе с банком данных детей, находящихся в социально опасном положении. Мы пришли к выводу, что ведением этой базы данных семей неблагополучных должны заниматься комиссии по делам несовершеннолетних на местах. Подобное предложение присутствующие на обсуждении заместители глав муниципальных районов Ивановской области сочли радикальной попыткой переложить функции комиссии и непосредственно департамента на районные администрации. Но Ирина Ермиш уверила, главная цель такого предложения – оптимизация дальнейшей работы. Комплексный план мероприятий будет утвержден в ближайшее время, и комиссия приступит к активной работе уже в феврале. Анастасия Николаева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.